1305 кандидатов зарегистрировались на предварительное голосование «Единой России» в Карелии. Среди них представители рабочих профессий, образования и здравоохранения, сельского хозяйства, органов местного самоуправления, студенты и пенсионеры. Из зарегистрировавшихся для участия в праймерис 89 человек претендуют быть выдвинутыми на выборах глав поселений, 1216 на выборах депутатов местных советов. Конкуренция есть в каждом избирательном округе, в среднем 2,7 кандидата на одну должность или мандат. Около 57% кандидатов беспартийные, еще 20 сторонники партии. Интересно, что практически 30% заявившихся на участие в праймерис – это молодежь. От 35 лет и младше. Это тоже очень хорошо, поскольку молодежь всегда приходит с какими-то новыми, зачастую креативными, прогрессивными идеями. И здорово, что вместо вот диванной критики молодежь готова менять ситуацию в конкретном населенном пункте конкретными делами. В рамках подготовки к предварительному голосованию «Единая Россия» в Карелии запустила проект «Власть на месте». Его задача – повысить информированность избирателей о работе и полномочиях местной власти. В рамках проекта также проведут обучающие семинары для участников предварительного голосования, которое пройдет с 26 по 28 мая в электронном формате на сайте. Чтобы зарегистрироваться в качестве выборщика, нужно обратиться в оргкомитет соответствующего муниципального района.